Сегодня в Краснодаре синоптики прогнозируют мокрый снег и усиление ветра, который может разогнаться до 20 метров в секунду. Ночью сильные порывы оставили без света жителей пригорода. Сейчас бригады электриков работают в поселке Знаменском. Там оборвались провода. Энергоснабжение в хуторе Ленина было восстановлено к 10 часам утра. А в районе стадиона «Кубань» ветер повалил дерево, к счастью, вдали от коммуникаций. Ночью на перегоне Туапсе-Белореченская рухнувшее дерево повредило контактную сеть. 4 поезда задержались в пути.